Ребята, мы в отчий сарай зашли. Как всегда, шашлычок. Мы были сейчас у врача, да? Да, мы были у терапевта. Лучка, к сожалению, нету. Сказали, надо позже ждать. У нас такая сегодня погода мрачная такая. Слякотная. Вкусняшки. Хочешь кушать? Хочу. Мясо любишь? Шашлыки. Сейчас, ребят, начнем мы это все дело употреблять. Давай. Тут чай у нас какой получается? С мятой. Ага. Сейчас он заварится. Зайчка моя, у врача была. Снова сегодня к врачу. Да. Что врача сегодня делала? Делала к терапевту. Там пришли анализы. Так, давление померили. Так, а что? Что, дальше куда пойдем? Там сегодня пойдем на УЗИ. Ну, может, сегодня УЗИ не будет? Там у них отдельный центр. Просто запишу нас, да, пока? Угу. Ну что, как твой шашлычок? Вкусно. Я взял, ребята, побольше, если она вытошнится. Чтобы было еще что закинуть, да? Ладно, тоже покушаю.